Всем привет, с вами Тамерлан, хореограф арабского танца, и в этом видео я вам расскажу, как научиться делать качалочку со сдвигом из стороны в сторону. Честно говоря, когда мне задали этот вопрос, я усомнился в том, достойна ли данная тема для отдельного видео, потому что советы, которые я вам дам, ну, они очень маленькие, их очень мало. Надеюсь, что я доступно и понятно расскажу, как сделать это движение. Поехали! Итак, для начала вам нужно уметь делать саму качалочку. Вы делаете вот такую качалочку. И заметьте, вы можете делать ее стоя и на пяточках, и стоя на передней части стопы, на мысочках. Вот, так... Так вот. Нам сейчас понадобится задняя часть стопы. Мы будем стоять на пяточках и делать это движение. И по мере выполнения вы будете чувствовать, что на самом деле вы делаете не покачивание бедрами, а словно бы вы толкаетесь пяточками в пол. Делаем. Вот, и вы чувствуете вот эти вот толчки пяточками в пол. Почувствуйте, что вы делаете это движение уверенно. После этого начинаете потихонечку сдвигать бедра в одну сторону и в другую сторону. Небольшие сдвиги, но делайте их. В одну и в другую. Угу. Постепенно... Это движение у вас увеличится в амплитуде, вы сможете дальше сдвигать бедра. Кроме того, я рекомендую вам сделать эту качалочку, скручивая бедра вдоль оси X, вдоль вертикальной оси, вдоль вашего позвоночника. То есть вот так. Вы делаете качалочку, и вы скручиваетесь в одну сторону, и в другую сторону. Угу. Пожалуйста, обязательно помните, что ваши бедра должны быть расслаблены. Помните, что низ спины у вас расслаблен. И, безусловно, расслаблен ваш живот. Ну, а на этом, наверное, все. Большое спасибо за просмотр данного видео. Подписывайтесь, оставляйте лайки, ставьте комментарии, делайте репосты данному видео, если вам понравилось, конечно же. Вот, увидимся с вами в следующих выпусках. Фух!